куку. Вот такие собаки, настоящие собаки, да? Подошла, нагавкала. Ну, хозяйка, что там говорить? Какой там мелкий узорочек, какая там мелкая резьба. Я такой мелкой резьбы еще не видел. Конечно, ее уже теперь здесь хочется повырисовывать. Вот. Ну, собственно, я ее почти и рисую. собак здесь так много. Эх, вот, например, мэр бы наш, или хотя бы какой-нибудь районный начальник походил бы со мной так вот днем, так бы много посмотрел бы и увидел полезного для своей, для выводов, для определенных. Так можно много, не знаю. Мне кажется, надо переодеваться. Ну, если страшно одному ходить, то хотя бы вдвоем, втроем там взять себе переодетого охранника хотя бы. Потому что ходить-то по этим трущобам . Сегодня на меня какой-то воин-афганец, так называемый, их много же, наехал. Ну хорошо, я все-таки умею отбалтываться от дураков. А им-то терять нечего. Это мне работать надо, мне с ним драчку устраивать некогда, да и, собственно, незачем. А ему делать нечего, ему скучно. Он по городу ходит, побирается, с руками, с ногами, здоровый мужик, полупьяный, и подъезжает ко всем. А ты воевал, говорит он. Как бы я хотел на этих придурков напустить бы настоящих воевавших, поскольку, конечно, они ни черта не воевали. Скоро вот этот красивый дом у вас сожгут, наверное. Тебе его жалко будет? Нет? Вот это? Да. Да. Вот видишь, молодец какой, ты понимаешь. Мы все это понимаем. А вот те, кто это... Они, видишь, я так думаю, что они же должны это все, за этим следить, ухаживать. Я имею в виду городские власти какие-то, которые обязаны... Они даже по Конституции, есть у нас закон такой основной, Конституция называется, и там написано, что все начальники, все власти, все должны охранять наследие наше, то, что нам осталось. Потому что если мы все это вот сейчас поубираем, оставим одни коробки, то мы забудем вообще, какие были. Вообще, и будем жить в этих коробках, как эти коробчатые все зомби. Можно, конечно, и фотографировать. Ну, я фотографирую, но когда рисуешь, то тут есть свои особенности. Как говорят люди, ну, может быть, правильно, может быть, неправильно. Как кто-то говорит, душу передавать, да, ну, не знаю, душу не душу, а лучше, чем на фотографии получается все равно. Потому что ответ очень простой. Вот это все делалось руками. И когда рисуешь, то это тоже делаешь руками. И как бы рука с рукой, они дружат. А когда это сделаешь фотоаппарат, то он механизм. Он тупо все берет так. Ну, все похоже, все правильно. А руки там живой, человека там нет. Ну, фотографы говорят, что вроде бы как они там что-то там вкладывают. Ну, что можно вкладывать, когда кнопку нажал? А здесь все с чистого листа начинаешь. И потом здесь же хозяин себе. Хочешь — нарисовал, хочешь — не нарисовал, хочешь — пропустил. Я же не все рисую. Я же специально что-то пропускаю. Потому что если я опять же все буду рисовать, то я же буду как фотограф, во-первых. А во-вторых, уйдет что-то главное. А когда рисуешь, надо самое главное как-то выявлять. А самое, может быть, есть же и не главные какие-то вещи. Их вот здесь вот можно не рисовать, например, да? Потому что вот здесь самое главное. А здесь можно пропустить, а здесь можно не рисовать. Правда, вот этот орнамент там вот такой красивый. Он такой многодельный. И вот этого некоторые говорят, а что там, господи, развалюхи, старье. А я так думаю, что это говорят те люди, которые сами руками ничего не умеют делать. Бездарные и бестолковые. Вот они не ценят тогда, что для них кто-то, до них кто-то сделал. Конечно. А вы долго на художника учились? Ну, я всю жизнь учусь. Я еще не научился. Потому что... Ну, вы только учитесь, да? Ну, я не знаю, до какой-то степени я уже научился, но все равно каждый раз, когда что-то начинаешь, все равно, понимаешь, дело в том, что художник – это не ремесленник. Это вот ремесленник, который что-то научился, да, вот там, машину водить, например, да, или сапоги научился делать. И вот он эти сапоги всю жизнь и делает. И, собственно, он хороший будет считаться мастер и хороший ремесленник, если он все сапоги будет делать одинаковыми. Ну, то есть, ну, хорошие и одинаковые. Если он будет разные сапоги делать, то кому он такой нужен? Потому что сегодня один сапог, завтра другой сапог, да? Вот у ремесленника, у него, он может научиться, то есть, вот, что-то делать, и потом уже сказать, что да, я научился, все. То есть, я вот умею делать, например, вот такую гайку, условно говоря, вот, и я ее буду и завтра, и послезавтра. То есть я ее умею делать, он может сказать, да? А я когда берусь рисовать, я каждый раз же новое что-то, во-первых, рисую, всегда. Поэтому я не знаю, а каждый раз, когда что-то новое рисуешь, там новые задачи возникают, и все заново получается. Это раз. Одно, мало того, что сами по себе задачи разные, так и, собственно, художник-то тем и отличается от как раз от ремесленника, тем, что он старается каждый раз все заново делать, и поэтому сказать, что вот я умею, я не могу, как бы я там хорошо не рисовал вчера, сегодня у меня будет что-то уже новое. Вот. Ну, это, ну, не знаю, как боксер, например, вот он драться-то умеет, да, а он все равно не знает, завтра победит он или не победит. Вот он, вот какой бы он там не был хороший там, чемпион, да, А завтра он выходит на бой и проиграет. Так вот, он умеет драться или не умеет? Получается, что не умеет. Раз проиграл, да? Хотя умеет, конечно. Лучше другого, да, умеет, да. Лучше другого научился. А лучше вот чего-то особенного не очень. До свидания. Будь здоров. Красиво. Очень. Пойдемте, не мешай.